Итак, всем привет, дорогие друзья. Сейчас ночь, а я вот решил записывать. Ну что ж, мы продолжаем играть в Tabs. Так, про метрошку я не забыл. Метрошку я тоже обязательно скоро сниму. Но у нас вот вышло, короче, апрельское обновление. И тут нам говорят о том, что скоро вот будет, видите, новые уровни, связанные с самураями. Вот видите... со всякими вот такими вот примочками. Интересно, короче, ладно. Мы продолжаем кампанию. Introduction мы прошли, да? Получается, режим приключения. Стоп, introduction точно прошли? Introduction мы точно прошли. Ну тогда приключения. Так, какое-то сейчас племя у нас будет в компании приключения. Так. Это прикол, да? Они что, все на деревьях? Весело. Так, ну и что же? Все племя у нас, как мы видим, на деревьях. Ну ладно, не проблема. Мы можем, в принципе, что сделать? Да вообще, мне кажется, мы их сейчас можем тупо ледяными лучниками всех отыбашить, так сказать. Вы только на это посмотрите. Половина вон упала уже им капут, да? Ледяные лучники вон вообще отлично справятся. Они до нас вон и не дойдут даже. Вы о чем? Они до нас тупо не дойдут. В почку. Я и говорю, это четко. Какой же вы мне... Ох. Вилы. И тефтелька, так скажу. Ну еще вы фигней маетесь. Во всем решают воздушные войска наши валькирии. Че вы мне фигню-то несете, а в смысле дефит? Вы че? Ты угораешь, какой дефит? Не, ну. Да не. Зевс не то. Почему по старой тактике не действует? Хотя мы можем сделать так. Змеиные лучники, давайте в бой. Они сейчас все будут отвлечены на змеях и вряд ли до сюда дойдут. Еще залп, парни. Весело, я все понял. Это шутка, чего такая долгая перезарядка, пацаны? Пиздец, забили. Так, ладно, а если я возьму ледяных? Ледяных, кстати, даже больше. И отсюда вот такую дубину. Да не дойдут, я же говорю. Заебумба, они не должны дойти. Ой, чувак, вообще здоровый. Да в смысле, они не должны ничего дойти. Вы че, угораете? Вы точно угораете. Ясно. А чё я туплю-то?
Вообще найс. Давай пробовать. Экспериментировать, так сказать. Нормально, шальная молния не прошла, классно. Натуре, а как? А если я возьму мамонта? А, не хватит, жаль. А еще... А чё, мне кажется, нормальной армии нет. А тактика, кстати, казалось бы, нормальная. Пока они отвлечены на мамонта и не могут ничего сделать, мамонт их растоптает. Вообще идеальная тактика, вам не кажется? Мне кажется, идеальная тактика. Ну, давай, раскидай их. Victory. Заныкались. А мы спахаем вас. Что нам стоит-то? А? Спахать-то вас. Что нам стоит? Хоть-хоть. Давай. Хуя он такой взад. Кинул и почти попал. Вот это профессионал своего дела. Ну давайте рубить, пора рубить. Пора косить траву. Давайте. Нормальный такой кадр. Только вот на это посмотри. Зачем ты это делаешь? Так, ладно, вот этот вот хороший кадр мне нравится. Может, на превьюшку пойдет. Так. А что у нас там по времени? 23:40. Ну, в принципе, нормально. Что на самом деле нифига не нормально. Так, это кто? Это серьезные пацаны, да? А чё тупить-то? Вот этот челик вообще сейчас зарешает. Опа! Другой свалился насмерть, да? Давай, добивай этого сосунка. Как так-то? Ты чё себе позволяешь, дурак? Ты древний человек, ты должен тащить. Это чё, шутка? Тупо что ли это, дубины решат? Давайте, мужики, справитесь. Забейте вы. Заебись. Ух, йоу. Ну, удачи, парни. Блин, я хочу еще Зевса. Не знаю почему, но я хочу еще Зевса. Так, ну и щитовика, чтоб всех принял. Вообще супер, вот раскидали. Это победа. Я ж сказал. Тупо барды, вы серьезно? Ну-ка, стрельнем туда, змею. А вы съебываетесь отсюда. Уроды, съебывайтесь отсюда, говорю. Ты куда пошел, дурак?
О, да, все падайте отсюда. Давай этого убей еще. Отлично так ты к нему встал. Это такой смотришь, что он, бля, это пизда. Хуя. Это жестко. Змея пролетает сквозь подмышку. О! Не, ну это ясен пень, вот так будет. По-другому просто никак, пацаны. По-другому просто никак. Это самая топовая тактика. Давай, скидывай. А, это все шаманы, ёбкую мать. Да пофиг, Зевс исправится. Все встает, блять. Куда встает, зачем встает? О, это кто? Челик с дубинкой. Ну, против челика с дубинкой ясен пень выстоит челик с щитом. Вот видите, как это хорошо работает. Тупо смерть. Так, ну кто-то тут жить, вот я слышал, был. Зато смотрите, какая маскировка, никого нет. А чё купить сразу мамонта на всех чертей этого? Знаете кого? Бля, не хватает. Еще змеиных лучников вот так. И за 70 можно взять одного бойца с кеглей. Хуяси. Здесь были? Вы здесь были? Пацаны, ёб твою мать, заряжай лук, это пиздец. Они тут были, все чмыри были тут. А ты чё, давай разбирайся с ними нормально так, по-мужски. Мамонт, помоги, наших бьют. Мамонт, тащи мамонт. Отлично. Ой, красота-то какая. Жаль, мало денег дали. Нормальных щитовиков мне. И пару пацанов с камнями. Идеально. Почти идеально, почти. Вот это замес происходит. Я уж подумал, почти идеально. Бля, пиздец. Это просто пипец, парни. Просто... Так, а чё если я... Сделаю это вот так. А чё тупить-то? Смотри, они сходятся в одну точку. Я добавляю катапульт. Еще сверху могу каких-нибудь там замораживающих лучников, и у меня остается 30 рублей. Давай попробуем. Я же говорю, проходит тактика. Бля!
Пиздец, прям лезут. Как так-то? А чё туплю-то? А сколько там уровней уже прошел? Не, ну знаешь, нормально так. Давай, Ice Archer. О, отлично, давайте, замораживайте и все, пацаны. Блять, сразу нет. Сразу говорю нет. А че? Стой, мне нужен дешевого протектора. И потом поставить все это дело вот так. И будет это супер-мега эффективно. Ну, еще залп, мужики. О, отлично, вообще супер. Пизда. Пизда бойцу. Запиздили. Так, ну еще давай здесь посражаемся, ладно. Ладно уж. Давайте, два Зевса. Два щита. Чтоб все они скоординировались, так сказать, туда, потом мы вот так вот по ним, да, Зевс, давай. Отлично, хорошо проходит. Вон там еще у нас другой Зевс. Отлично, вообще супер проходит. Пацаны, уверены, что вы идете на Зевс? Ну, пацаны, ну это же Зевс. Пацаны, ну ё-моё, ну куда ты? Ты чё, Зевса отрубил? Ну-ка, Зевс! Нет, Зевс, нельзя! Как? Ё-моё. Один Зевс умрёт. Давай, второй зал! Блять. Почти проходимая тактика, кстати, хочу сказать. А чё если... Бля, это охуенно будет сейчас. Вот я отвечаю. Они ни докуда не доберутся, можно сказать. Они вон уже сосульки. Ну давайте да замораживать их и все. Да заморозьте вы. Да как так можно-то? Да не, мне кажется, идеально. Они уже заморожены, идут, не знают, что делать. Тоже жопа, весь удар на себя берет, у него такое печальное лицо. Он понимает то, что он не сможет. Он просто это понимает, то, что ему не дойти. Пацаны поддержат, о, прям яйца. Это ж офигел упал. Ну жопу мужику, мужик. Тебе задам. Принимай стрелы. Ладно, дорогие ребятушки. С вами... Я пошутил. Погоди, вот сейчас вот это вот дело доделаем. Эпично так, в замедленном движении, и тогда уж попрощаюсь. В смысле, блять, еще раз? Да не может быть. Охренеть, оказывается, вилы щитовиков сносят. Ты чё? Крякнулся, что ли? Хуя себе имбовый челик. Фермер против фермера, давай.
Заебись, выиграл так. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тотем Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.